это где грыжу спускают. Давай, давай, Миша. Пахай. Да. Еще один глупый как-то. Ты видел? Бля, конченые нахуй. Давай, давай, Мишан, сможешь? Сейчас, бах! Я могу, Миша, я ее поеду сейчас. Нет. Давай, давай, давай. Прям, оп, да, оп. А без чего сделаем? На гвозди. Седло-то кожаное. Оно знаешь, какое пиздато, оно лучше, чем у нас. У Бормутова, короче, как член какой-то. Блять, все клизотку сделали. Не-не-не, там все нормально. Сейчас смотрим, как лёшинские пацаны ездят на Урале. О, эти долбоёбы! Ну мы как бы нормальные. Да, мы как бы вот на велосипедах. Нам... Саня, давай вперед едь. О, бля, долбоёб. Чё, пацаны, как ощущения? Колесо починили? Чё, восьмерка, да, была? Ну-ка, посмотрим. Ровное колесо-то. Стой, Михас. Михас, стой. Там вот, смотри, как едет. Стой, стой. О, заебись, нихуёво, блядь. Вот этот долбоёб через него перелетел. Этот лежал. Я тебе никуда не упал, нет. На яйца? Да так, на яйца, дай похуй. Нет, он, всё, пацаны, давай, Кон, вставай. Вставай, Кон, чё ты слышишь-то? В тот раз не застал, сейчас застал. Это чё за, блядь? Это чё за прогрев двигателя? Давай, поехали. Чё, пацаны, комфорт? У меня пиздец, блядь, ты ебать, что ли, нахуй? Дети, я через самое смело тебе. Да, Миша, по прямой надо там, клёво. С горки, с горки! Миша, вот по прямой. Миша, направо, не налево. Лево, нет, налево. Направо. Сейчас горка будет. Пусть, короче, сейчас Миша на притормозу. Саня, ты иди. Давай ему под жопу и пить. Миша, припиву его. Миша, не тормози. Миша, гони! Блин. Да, просто это, знаешь, это роковая горка. Чё, засал, да? Это роковая горка. Я здесь 5 рук сломал. А Миша тут колесо сломает. Мы на Урал чиним. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас тут автосервис. Не, он стоит вот еще его. Я не знаю, пацаны. Так. Не-не, так не бей, не бей, не бей. Нет, это выровнялось, отвечаю. Так вот. Нет, нет. Вот так, да. Не, вы еще хуже сделали. Вот так, вот. О, почти, почти, вот тут. Тут так и было. Тут так и было. Не, подожди, нормально. Миша, а данная проблема в твоем велосипеде впервые за 30 лет жизни его. О! Нет. Идеал! Прям по линейщине. Очень 90 градусов! Не-не, вот чё в натуре нормально. Миша, реально нормально. Миша!
Ты еще очки свои день. Сфоткай своего. Так и так. Нет, на фоне Урала, подойди поближе к Уралу. Я вот так вот. Блять. Опа. Миша, давай еще раз. Глаз ровно. Глаз ровно. Вот тут все равно не могу. Едешь. С такой болью Миша сейчас. Не, вот тут открылось. Да пофиг уже, доедет. 30 лет ездил на восьмерках, ничего не было. Тут, блядь. Он в яме стоял сырой в подвале. Тут сейчас нахуй 19 лет. Да, знаешь, я просто мог это вместо ножа цепь использовать. Ее кидаешь со всей силы, она не, это самое, не разгибается. Блядь. Кувалды, бишь, не разгибается. Это просто машина. Подожди, вода. Сейчас надо покрутить. Было. Миша, ты не. На заднее лучше. Заднее хуже, чем передняя. Миша, ты не. Подожди, так на покрути. Во. Во. Браво, ребята, во славу Божию. Ваня, теперь смотри на заднее. Что мы тут делали? Это задним надо было делать. Да его нахуй прямо приглуши к этому. Саня, ты что, все? Успокойся, его друга. Тормоза! Миша, ходит крутишь? Не, я думаю. Так. Да ну не, шо? Я тебе говорю, она до 3017-го 100% следующего. Миша, покажите свою раму. Вот эту сейчас вот тут, вот это вот, вот так вот, как-то вот так вот. Вот эту, Миша, хуйню надо отрывать. Вот этого как-нибудь вот так вот. Так, Михаил, покажите раму свою гнилону. Во. Там вообще там... Насквозь, блядь! Насквозь. По ней биты ебануть, она сломается. Подъем покрутить? Чё? Ну такое вот. Не, Миша, мы, конечно, инструменты взяли с собой на всякий не, случай. Не, надо, вот, видишь, что поскольку... Нет, все равно надо гайку. Есть. Зачем гайку-то можно ведь этот крутить? Не, она будет крутиться. Кстати. Не, она заржавевшая вся, ты гонишь. Она вообще крутиться не будет. Так, ремонт Урала. Пацаны, вот реально едет, всё. Закончим, всё. Не, вот реально, задняя вот хуже, чем передняя, я тебе сейчас вот... Всё! Бля! Миша! Чё? Я тебя люблю. Чё случилось? Так, блядь, ты сделал наш день. Ты сделал наше лето. У тебя такой дух. Давай, Миша, это, подкачаем ещё колёса. Кстати, оно вообще не рабочее, можно даже на камеру показать. Вообще, подкачивали 15 минут назад. 5. Цепочку ровно. Сань, давай качай, короче, колесо. Я не умею. Скребет. Я снимаю. Блядь. Видно, велос велосипеда кинут. Урал, Урал, они в мега-Урал превратятся. На новый покупок. Да ты чё? 80... Миша, давай, вкручивай, я не могу. Это ещё мысль пришла в 81-м где-то. Нет, умеют русские делать. Чё-то я вот не чувствую пока ничего. А я только смачно, знаешь. Я пёрнул только что так-то. Давай, показывай мастер-класс. Чтоб не отпали. Снял, на самом деле. Миша, я тебе предлагаю вместо заднего колеса вот такое маленькое. На мотовелику поехали. В это велик и 15 километров, Миша. В одну сторону. А, блять, так-то ты дурак, что ли? Какие 15? Там больше? Че 15? До мотовельки. 30 километров. Белые розы, белые розы, песочек тупые. Миша, вы пока съездим до мотовелики. Привет, давай тут работай, работай. Миша, почему ты, блядь, не можешь нахуй взять инструменты и в один день все сделать нахуй? Перебрать его полностью. Да тут нечего делать. 30 минут, блядь, пройдет нахуй, ты полностью переберешь. Почему? Блядь, все равно соседи. Так твои же не мои. Ну да, Сая, да. Блять, Миша, ты уже там 100 атмосфер а, сделал. А, я тебе говорю, сейчас минус это, Миша не надо больше. Ща, короче, бах. И мы такие, я сразу же. Где ты лопачок? Я взял, блядь. Колпачок где? Где колпачок? Так, смотрим. Смотрим коней. Так, первый конь. Колпачок. Колпачок. Блять, где он? Где колпачок? Миша, он у тебя.
Без рамы есть. Во-во-во-во. Ну, слава боже. Конь. Коней смотрим. Первый конь. Второй конь. Это не конь, это... Сказать. Третий конь. Мустанг. Да. Четвертый конь. А, Миша. Ты что, забыл? И пятый конь. Нет, что, разъебаешь нас завтра? Завтра вот днем, вот утром. Как раз. Халим может еще. А у них-то нет велосов. Так нет, вот он приедет, приедет, он приедет. А он что, ходит с Перми второй ты на велосипеде? На автобусе? Не, не на автобусе, а на электричке. А, ну, что? А, это положи, пожалуйста. Данил. На ключик сейчас поедем, что? У нас же бутылка была. Так у нас кончилось? Можно? Не, одну выкинули тоже. Уже выкинули, Миша. Что тебе выноси? А? Выноси. Да выноси, давай быстрее. Так. А только теперь риторический вопрос. Что налить? Проведу диагностику. Мне бутылку-то дайте, дебила. А, так вон. Где? А, вот эти две кочки? Несложно. Чё? Обои. Так у меня-то выкинули бутылку. А, я думал... Тут Миша на две бутылки захотел налить пол-литра. Давай мне сразу в горло заливай. Божья вода. Мы тут уже стоим 8 минут, когда я снимать начал. Да? Залива-то? Так и так. Так, блядь, техобслуживание прошёл. Нет. Медицинское обследование прошел пациент. Чего второй? Блин, я хочу домой заходить, что я не хочу домой. Все. Каждые 35 лет он проходит обследование. Все. Сейчас, да, 2040. Какого, блядь? До 50-го, короче, года. До 2017-го. Ты чё, дебил, 2017-го, конечно. А, ну всё. По сути, это золотая середина велостроения. Ювелир, ная точность. Детали подогнаны друг к другу. Самые крепкие только швейцарские часы. Но он ещё крепче. И Миша, слышали там? Чё, какое число? 27-е. Ну-ка, Миша, чё он там свистит, блядь? Может, показалось? Это мой самый лучший день. Не слышишь? Да нихуя не свистит, поехали. Это реально самый лучший день, отвечаю. Мы на том же месте. Маша, Маша. Полчаса спустя. А куда бабочка ушла? Полчаса спустя. Пять минут спустя. Че, реально он достается? Чего? Короче, Миша съехал вот с этих бордюров, нахуй. И у него руль сломал. Это под сторону. Так, чё ты-то крутил? О, крутится, нахер. Сейчас рельбу сорвет. И руль вообще отпадет. Это отпадет. Рама сломается. Сейчас поедет колесом, без колес едет. Так, показываю еще раз. Взрываем на. Держите себе. Не, у меня там отпадет последнее самое. Сейчас колесо бах, без колеса едет. Это собак, кстати, пугать. Ты, наверное, Миша на каме так же отбивался, что, когда кажется, цепуху сорвало. Короче. Да пишу так же. Мы стояли, где Данил сейчас шел. Проехали. Вон он. Проехали 30 метров. У Миши чуть дружат, они друг другу помогают. Я тебя убью сейчас, да? Так вот. Урод тупой. Нахуй, у него, блядь, второй раз руль уже сломался. Я ебал этот велосипед. Полчаса. Сейчас уедем. Я этот велосипед... Я, походу, домой поеду сейчас стопудово. Миша, короче, его на два звонка закрывай. Я конфетки могу дать, если кто. Давай. Я тебя убью сейчас. Короче, Миша, смотри. Нахуй мне халву? Не, не надо. Нет, тут надо. Короче. Михаил, закрывайте его на два замка, потому что ночью за ним приду, нахуй, мне похуй. А? Подкрутил? Нет, там не влезает. Вообще не просто. А руль тоже, да, кривой у меня? Хули у тебя ничего не крутится же, Миша. У меня руль покрути. Кривой. Где он кривой?
Миша, реальный руль, а? Так вот колесо туда, это сюда. Может так и должно быть. Да что с ним не так, я не понимаю. Три поломки. Нет, вот самую главную поломку я не заснял. Там вообще жопа была. Там руль. Колесо, как тазик был. Ой-ой-ой, хер ты сейчас. Нет, я не могу. А что, типа, криво-то? Он должен туда, что ли, его надо? А, что, хер так делаем? Ух ты! Ух ты, как открутил. Так, Миша, делай! Больше откручивать не будем. Да-да-да, вот так должно быть. Давайте я голову поем пока. Насосом. Давай, Миша, насосом. Ой, там. Пусть с насосом, нам уехать уже надо отсюда. Так насосом там, он тяжелый как дал, сразу же. Ну-ка дайте. А? Про чё? Стоит ржёт. Погнали? Над тобой. Дайте пускай лучше мне. Забирай. Ты Данил своим весом упал. Миша, мы тебя громче. Ну слушай, тебе напополам гайка сломана. До второй мишки тебя ждём. Типа, сейчас. Бля, мы могли уже ехать около КД. Даже дальше. Вот это понятно, так что вот если вот... Так это понятно! Так, Миша, у тебя же давным-давно что сломано было. А ты тут... Не в ту сторону крутил, подожди. Миша, а тебя родители утопить не хотели дальше? Миша, почему вот мы ездили, блядь? Плавать и умею. Да мотовелихи нахуй. У тебя ничего не ломалось. Тут мы проехали по Левшино. А тут Данил своим весом упал на него. Кстати, в натуре, вот пока ты не но упал, пока все не нормально было. Пока он на нем не поездил. Кстати, а где резинки? А, помогите это. В смысле, Миша? Сейчас все колесо надуем, оно пускает каждый глаз. Подожди, один жопу. Надень. Ебаный труп. Может, Миша, мне кажется, уже не Урал виноват, а ты. Сейчас тебя убить, братан. Может, сам поближе к травмичке найдем. На травмичку поедем. Не, на поближе. На луча предлагаю. Не, предлагаю, это кислотная дача. Спасибо, но что-то как-то... Ладно, можно, да, да куда? Можно до Веденеева, до Светофора. Ну вот, до перекрестка. Да. Так там-то вообще ехать 20.